Всем привет, с вами Кононова Аня и интернет-проект Фаберлик Онлайн. На данный момент идет распродажа Рогова, но девочки в рабочем чате потеряли, где про это посмотреть. Во-первых, знаете, что у нас с вами, вот я ее быстро, очень быстро нашла, у нас с вами есть раздел вот такой вот новости. Новости компании, каталога, бизнеса, региона, новинки, каталога, флеш-каталог. Да, чтобы вот тут вот ничего не путать в этом разделе новости, вы просто нажимаете на новости. И смотрите, да, то есть смотрите каталог номер 2 по специальной цене, да, флешмобы, какие вебинары идут, когда они идут, да, то есть вы видите, что, по-моему, он даже бесплатный 29 января. Далее, значит, продлен срок действий купона, акты выполненных работ, это тех, кто сидит на контракте у нас, вот, перечисляется зарплата, да, то есть вот... Далее, значит, набор серии «Мэн в подарок. Возвращаемся в бизнес». То есть, это акция желтеньких в каждой стране своей суммы, но подарок должен быть одинаковым. Вот. Далее, акция «Поделись Фаберлик», с какого по какое число используется. Да, то, что дарится 15 стиральных машин. «Здоровая неделя», как вы видите, по 28 января. Это значит, что акция уже прошла. Акция прошла. И вот так вот вы все-все-все пролистываете. Да? Да, то есть, специальные цены на продукцию Денос тут уже идет по 11 февраля, и мы уже с вами понимаем, что еще можно купить по распродаже Денос. Отлично, да, то есть вот. Далее, значит, как заказывать продукцию по акциям, да, то есть закрытие периода тут идет и так далее. Вот. То есть, если там где-то сайт завис, вы можете зайти и почитать, почему он завис, и вы увидите в разделе новости. Вот, тут есть и презентация каталога номер 2, да, вот, к примеру, и все такое прочее. Наборы пробников, посмотрите, тут тоже все есть, перечислены какие пробники, да, то есть подарки новичка, опечатки в каталоге. Вот кто-то спрашивал в чате, почему мне положили другой тональный крем. Вот, пожалуйста. Написано, что по техническим причинам увлажняющий тональный крем «Абсолютный комфорт» новинка в ближайшее время не поступит в продажу. Да? То есть обратите внимание на замену акций. При покупке по каталогу вы сможете выбрать любой оттенок тонального крема естественной безупречностью. Кстати, крема на самом деле классные, они у меня есть, поэтому замена достойная. Да? И вот, как вы видите, огромная куча страниц. Огромная куча страниц, и вы можете смотреть. Как найти распродажу по Рогову, если она еще действительна? Да, иногда бывает, что не действительно. Я просто нажимаю на слово «Фаберлик». И после того, как я на него нажала, во-первых, вот она может светиться в этом разделе, но ее сейчас нету, да, потому что она уже давно была, да, то есть сейчас более актуально это 15 машин в подарок. Далее вы видите, рекламируются скидки, скидки, новинки, новинки, да, то есть рекомендации. Вот, и далее внизу, когда вот вы это все пролистываете, вот оно есть. Фаберлик by Александр Рогов, скидки до 60%. Нажимаете. Нажимаете и смотрите. Вот оно, пожалуйста. 50% скидки. Смотрите, да? 2400, на самом деле 1700. Ну да, да, все хорошо, все отлично. Можете смотреть, покупать. Вот это ботиночки как раз на весну. Они симпатичные. У меня есть вот серые и есть черные. А у дочки просто черные. Она серенькие почему-то не захотела. Мне не очень понравились. Поэтому вот смотрите, выбирайте. Все идет с 60% скидкой. Три страницы. Три страницы продукции. Да? Купить, купить, купить. Все, по-моему, пока еще есть. Очень удобно. Да, то есть вот девчонкам вот эта блузка очень понравилась, они ее заказывали. Да, кофточки, свитера, кстати, очень классные, теплые такие, но не плотные. В них ни холодно, ни жарко. Тоже как бы здорово. Маечки вот такие вот я все три купила. То есть, да, то есть вот есть куртка, есть книга и так далее. Да, то есть вот она и есть, вот эта вот распродажа. Я не вижу сроков так же, как и вы, да, то есть в новостях при вас я ее не нашла, но она есть тут, значит, она еще пока действует, она еще пока работает, да, то есть 800 рублей стоит черная цена, 399 рублей, на самом деле ее можно урвать, поэтому, пожалуйста, смотрите, пользуйтесь, и все будет хорошо.
Так можно найти все акции. Или через раздел «Новости». Да, вы, почитав новости, увидите очень много интересного, не только распродажи. И если каждый день смотреть новости, да, то одна-две новых новости постоянно выскакивает. И, в принципе, мне вот это очень-очень нравится. Ну что ж, с вами была Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео. Была быть рада вам полезна, дорогие коллеги.